Добрый день, уважаемые подводные охотники! В этом видеосюжете мы продемонстрируем вам новый гидрокостюм для подводной охоты Omar Mixed 3D. Главной отличительной особенностью этого костюма от всех других костюмов линейки Omar является оригинальный камуфляж. Как пишет сам производитель, здесь совместили камуфляж двух костюмов с Kama 3D и добавили еще дополнительные раскладки, благодаря чему охотник может маскироваться под любой рельеф дна и тем самым рыба его не увидит. Вкратце о костюме. Первое — это неопрен. Неопрен очень мягкий и эластичный. Чьей фабрики четко производства Omar не говорит. Скорее всего, это Жако. Мы видим на контурах рук, запястий специальную обтюрацию из головы неопрена. Такая же обтюрация присутствует и на ногах, и на шлеме. Также мы видим, что шлем у нас частично выполнен из головы неопрена. Далее. По традиции высококачественных костюмов у нас в шлему установлен клапан стравливания воздуха, благодаря чему водяная бульба не будет сгонять по всему телу и тем самым охлаждать вас в ненужных местах. У нас есть довольно плотный упор для заряжания арбалета, две клипсы. Рассмотрим штаны. Также у нас есть обтюрация из головы неопрена вдоль контура штанов по поясу. Что сказать еще о костюме? У костюма очень оригинальный анатомический крой, очень эластичный мягкий неопрен. Крой очень хороший. Вот, например, я покажу на примере мотни. Мы видим, что у нас здесь вшит специальный кусочек, чтобы нам швы не натирали. То есть очень продумана анатомия костюма. И, как мы видим, внутри швы хорошо проклеены. Тем самым не будет нам натирать. Также в этом костюме Omar Mixed 3D мы видим надпись Compressed. Это значит, что неопрен в этом костюме сжатый, то есть уплотненный. Соответственно, это дает нам преимущество в том, что на большой глубине неопрен не будет так сильно сжиматься, как обычный неопрен, и мы не будем мерзнуть. И со временем он будет усаживаться с меньшей вероятностью, чем усаживался бы обычный не сжатый, не компрессионный неопрен.